ответственную миссию доверили. Он знает, что делать, ему поверили. Многие желают полететь на Марс, не скрывая мокрых глаз. Желают сделать великое для человечества и при жизни получать свидетельство. На Земле множество проблем, как следствие. Неравенство, войны, природные бедствия, антропогенные катастрофы, все сложно. Жизнь становится на Земле невозможно. На Земле есть много чего, что вспоминать. Ясно, на Марсе будет хватать. А там отвлечем морей и полей, насекомых, животных, дождей. Не просто улететь с Земли, не просто легче попасть на необитаемый остров. Стоит ли это того, чтобы все это испытать? Нечто совершенно новое, как добровольцы полететь первыми на Марс. Это опасно, а не какой-нибудь фарс. Стать явно лучшими людьми на Земле и на Марсе, да и вообще во всей вселенной массе. Одиночество убедительно, но быть в числе первых – это удивительно. Лишь мысль о путешествии на Марс навевает грусть. У каждого в голове я обязательно вернусь. Да и вообще во всей